На радость детворе и родителям в столичном парке Гузовского торжественно открылась новая детская площадка. Она стала подарком от депутатов Госсовета Чувашии Николая Угаслова и Андрея Углова к Дню семьи, любви и верности. Депутаты Государственного совета Чувашии Андрей Углов и Николай Угаслов 5-й год активно взаимодействуют с руководителями ТОСов в своем округе, а также с представителями домовых комитетов. Был сформирован целый список наказов избирателей, который на сегодняшний день почти полностью реализован народными избранниками. А к Дню семьи, любви и верности депутаты подарили жителям округа замечательный игровой комплекс стоимостью около 400 тысяч рублей. Это уникальное место, где люди гуляют, занимаются каждое утро на зарядку. Дети, взрослые все сюда ходят. Да я сам сюда приходил даже. В рамках программы благоустройства дворов и дворовых территорий в московском районе города Чебоксары это уже 23-я детская площадка в этом году. Перерезав символическую красную ленту, дети и родители поспешили оценить новый игровой комплекс. Порадовали уличные тренажеры и качели. Отремонтированы крыши беседки и восстановлен тротуар. 70 детских площадок построено в этом году в столице Чувашии. Активную позицию в деле благоустройства родного города занимают представители депутатского корпуса, отметил глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Эти площадки уже функционируют, уже сделано. Николай Федорович, Андрей Александрович, они 5 площадок, но вот, наверное, это самая крупная площадка, они уже сделали. И перспективы планируют еще за счет собственных средств, личных средств. И это, конечно же, для нас, для руководства города, это очень важно. В ближайшей перспективе в планах городских властей превратить рощу Гузовского в настоящую парковую зону. Родион Архипов, Расиль Мухаметов. Республика.